Тёзка! Алло. А чё, смешновки у нас? Ух, как неплохо, ты мне бачок-то приписал. Спасибо, сука. Раз на раз не приходит, ребят. Каневская мафия на старт! Request. Нормально! Шучу, мазафака. Алло. О, макбук. Я Карлсон. Вася! Здорово. Поговорим? Я Иван и Санёк. Я твою печёнку ебал. Кстати, я уволен. Кстати, я сейчас вас сдерну. Добрый день, дорогие друзья. С вами Андрей. Нефёдов. Ты же похож. Ты очень похож на Нефёдова. Что смешновки? С вами опять смешновки в этой ебаной. Стоп. Ты здесь был? Эта машина ночью выглядела немножко по-другому. А как она выглядела ночью? Немножко более плавные линии. Ёбаные смешновки. Сплошные. Да, очередные смешновки. Кстати, в армии. Знаешь, что за тачка-то? Что? Прототип какой тачки, знаешь? Самое смешное, знаешь что? Ну. Они нам еще в первой серии, небось, написали делать сразу шоу. Да. А мы уже третьи смешновки. А, сейчас с машиной проблем. Я пытаюсь газануть, она... Ну, видишь, она за ночь сломалась просто. А, у нее реально вил красные. И фил красный, все красное. Ну, нашел. Оранжевые. Дебил. Да куда я сел-то? Вот этот фан-нет уже. Нет, надо приблизить, подожди. Ну-ка, давай. Направо смотри. Туда. А я не могу, я же снимаю. Ну, я туда. Ну и пока нахуй. Так. Ну ладно. А, колеса нет, идиот. Пойдем искать машину. Че, спиздили за ночь? Смотри. Вот тут. Суки, колеса скоммунизили. Раков не дали, пожалуйста. Не, я ехал ночью, она ехала, и были колеса. И... Я вижу. Блин, анимацию ускорили, кстати. Ты не хочешь попердолиться здесь, пока никого нет? Не, спасибо. Так. Забудь. За Путина? Да, за него. Это я смотрю в него позиции. Ну, я либерализм приветствую. А что? Да. Ты, мы, вон там грузовик, я лично в грузовике. Где? Пока. Я не знаю, где ты, как всегда, убежал куда-то. А, пока. Разбежались в разные стороны, гениально. Я тоже на грузовике, на желтом. You don't drink anything while your third level is on 50. Что? Да, пить надо. Меньше. Ну, больше. В том-то и фишка, друг мой. Дриньте. Вот ты какой извращенец. А, да. Не хочешь эти вот с собой взять? Ты не хочешь как бы сесть? Ты вот эти с собой взять не хочешь? Кого? Это. Там что-то есть? Давай, куда тебе? Чего, я не понял. Ты еблан? Куда тебе? Пока. Да подожди, ну. А для чего? Сел? Поехали. Ты чё, кузы? Да. Не пользуйся. Так, сразу рассказываю подписчикам, мы появились в городе Гришино. В посёлке, точнее. Так, как вы видите, это около аэропорта, поэтому мы впиздуем в аэропорт. В аэропорт. Искать всякую веселую интересную хрень. Чё ты хотел сказать? У нас проблемы с двигателем, я не увидел стенку. Какую стенку? А. Короче, если честно, мы сейчас если найдем вертолет или самолет, я за рулем, кстати. Кстати, пошел нахуй. Ну ты понимаешь, для более эпичности это. Тебе там не узко потолок-то, как-то. Стоп, там машинка стоит. Пошел нахуй. О, в салоне прикольно. Ну я сейчас не могу зацени. Че, у тебя макбук сел? Лайк, ла-ла-лайк. Там несколько машин, несколько. Подожди, там. Извини, конечно. Я хочу. Уёбывай отсюда. Она не едет, по... Лашпедус. Лашпедус ли каретус. Как учить бибику? Бег, ну-ка, Миш. Кстати, я бы посоветовал тебе сначала в нее заглянуть. Давай. В смысле? Ну, в смысле, в багажник. Загляну, когда доеду. Там автобус? Да. В чем дымит? Ты надымил тут, козел! Подбери я меня. Еду, что? Да без би. ГМ. Ну, конечно. О, да. Да. Ну и что там? Да ничего, там-то и фокус. А где стоят вертолеты? Где я знаю. Не, ну, чисто они лично, стоят... здесь. Какие вещи? Какие-то трамплины стоят.
канистры с бензином. Но я тебя спешу расстроить. Я кроме этого грузовика ничего не вижу. И пара машин. Ну ладно, будем хотя бы их проверять. Так. Да. Так. Ты там где? Что-то ты меня на карте перестал. Мне кажется, он в хорошем состоянии. Ну, не внешне, понятное дело, но... Мне почему-то кто-то подсказывает, что у нее там все хорошо. Тут сайга есть, слышь? Тебе сейчас привезу. Все, она едет. Зачем? Так что, может, разные стороны? О, да, слышь, у нее полный бак вообще. Желтый инжин и желтый вил. Все остальное вроде нормально. Как гирнуть машину? А, вот. Слышь, давай. Чего? А, тут бизон лежит. Я бизон взял. Я бизон. Хуйня. В штанах у тебя хуйня. Ну, правда, без патронов, но это не важно. Ты где катаешься? Давай в разные стороны. Чмо, ты сейчас все объедешь. Это ты? Нет, знаешь, враги. Чё, кроме как... нас никого нет, друг мой. Как договоримся-то? Чего-то не... Так тебе бизон не нужен? Фу, сайга. А, мы трамплин или мне кажется? Так это трамплин, тебе говорю. Сейчас ты взорвешься просто. Не соберешься. Машина взрывается, если что. Пойдем в ту сторону. Да, это хуйня реально не едет. Ты по этой точно проездил везде? Ну да, нет, я в ангар не заглядывал. Там, кроме, по-моему, объектов ничего нет. Дальше там я посмотрел, два грузовика там не было. Точнее, один грузовик посмотрел, там не было ничего. И вот эту машину посмотрел, тут сайга лежал. Так быстро. Где может стоять самолет, вертолет? Да вот я сейчас не пойму. Я почему-то думал, что их здесь, ну, они здесь должны быть. Я пока тут тогда объезжу, тут потом. Кто знает, как где на Вейстленде можно найти вертолет или самолет, пишите, знаешь, в комментариях. Да, они это напишут. Знаю. С тобой уже. Когда мы уже их найдем, облетаем все здесь. И запишем первый сезон. Смешного в форме. Кстати, кто не знал, я знаю. Ну, я тоже знаю. Это если кто не знал. Так что если кто не знал, что мы знаем. Да. Если что, то у кого просто если знаете, то да, я если знаю. У кого что-то кто-то не знает, то спрашивайте, мы знаем. Мы знаем. Еблан. Я. А, так еще же есть какой-то аэропорт, не? Не, ну тут их три, по-моему. Да. Мы просто пересмотрели 150 вопросов кучу. Ой, чувак тут! А-а-а! Он снайпер в камуфляже! Блядь, стреть! А, инжин сломался, я трахнулся. Пиздец мне. Быстрее на другой конец аэропорта, срочно. Да-да, сейчас пешочком. Булкин was killed by Плэттлберри. Пошел нахуй, пошел нахуй. Ну сейчас я его выслежу, чувак. Да, их там двое. Скажи, где? А у меня их двое, они труп мой ищут. Прямо вот на другом конце там. На другом конце не там, где я был, то есть, да? Как я не знаю, как тебе объяснить. Ну где там, вот где... Давай объясняй, бля. Ну, короче, вот где мы только что виделись, на другом, на другой стороне, в другом конце, вот. Объясни. Там, где, блин, там, где, там... Откуда мы бежали к баракам? Помнишь, где бараки? Во, у них во. Снайперки просто, и они меня быстрее видят, чем я их. Где бараки? Ну, я только что вышел из одного из них. Ну, вот тебе нужен другой конец. Там, где ангары. Да, вот там, где три ангара, они там стоят. Так, а, я... последних, которые в конце? Да. Они там двое. Так, блядь, да я вот, я тут, блядь, ты же не добегу. Там у них такой экипчик, я тебе скажу. Ну, ладно. Так, блядь, я сейчас в... ты мне предлагаешь их выследить и уничтожить? Я предлагаю тебе трахнуть. Каменки я. Ну, бери машину сюда, чё, блядь, не доези, тут легко добраться друг до друга. Сейчас скажешь, нет, респаун. Нет, есть тачка вон. Не, ну, у меня есть калаш, мне, в принципе, хватит, чтобы кого-нибудь из них вынести. Только как сделать так, чтобы они не заметили и не увидели? Через лес объедь ангары, они, скорее всего, по полосе там где-то тусуются. Через либо лес подожди меня, на этой машине обидишь через лес, конечно. Либо подожди меня, и мы придумаем что-нибудь вместе. Пойду объеду. Лучше подожди меня, пожалуйста, и запись прерви, пожалуйста. Разъярённый школьник придёт за вами. Сейчас я машину припаркую. Ты чё такой разъярённый? А-а-а. Да блин, меня сняли, а у меня был КСВК с четырьмя обоймами. У меня М16А2, всё, мы с тобой их вынесем. Давай только подожди меня. Не, машина сломалась.
Блять, ну вот жди меня в лесу где-то. Лайк поставь. Я пытаюсь ее припарковать, сейчас ее припаркую. Спрячусь, чтобы подписчики знали, где я спрятался. О, кажется, отпустила. Не, вообще лучше я буду сидеть в машине, потому что, во-первых, машины меня не сразу вынесут, а во-вторых, в машине обзор хороший, повыше. Херасим тебя театр. Так, все, инженов. Блин, я сейчас буду ехать по лесу, я не знаю, сколько буду ехать. Так, все, останавливаю запись, ждем Булкина. Дурки. Так, короче, пришел Булкин. Да, я отсюда ехал. Сел за руль. И загорелся. Осторожно, тут колеса херово поворачивают. Ну да. Вот, и он сейчас будет показывать, ебали эти мудаки. Так. Будем пытаться их снять. Блять. Если они там. Джип хотя бы ехал. Вот по такой дороге я все это время ехал. 30-40 км в час. Я понял. Тут 13. Я не знаю, как мы сейчас поедем. Нам нужно как бы. Тут не было джипа никакого. Да выйди на. А, ну здесь дорога до конца. Угу. Так они нас спалят. Пух. Любазу. А там они нас не спалят. Меня в любом случае спалят. Воу-воу-воу. Хотя бы по звуку. Скорость полегче. Давай, гони, пофиг. Возьмем их эффектом неожиданности. Ты думаешь, мы успеем их убить? Учитывая, как я стреляю в армии. Учитывая, как я стреляю в армии. Ой-ой-ой. Я тоже херово стреляю. Да-да-да. Вообще серьезно. Вообще у тебя штана. Не считая тех людей, которых я убил в этом бою. Ты смотри, может они уже тут где-то идут обратно, или они уже ушли давно. О, джип нормальный слева. Чего слева? Джип нормальный. Я не видел. Как он там называется, этот Тойот, я забыл. Хайлюкс. Ну вот, да, высокий люкс. Почти Хайлендер. Я за рулем. Что-нибудь есть с ней? Смотрю, нет вроде. Нет. Кажется, светает. Поехали. Ебать, она не поворот. Блин, да мы их не увидим, нихера. Да иди ты. Не увидим. Я их сразу. Они просто на плосе тусовались, я говорю, им пофиг было. Подожди, тут ангары. Ну да. Так, ну знаешь ли? Вон грузовики. Вон стоят. Там, да-да-да, вот они среди тачек терлись. Я не знаю, давай поставим тут тачку. Давай, оставь, заглуши ее там. Подожди, не уходи уже. Тихо. Так, я поставлю на Сэмми. Иди сюда. Давай к камню. Ладно, давай за тобой. Так. Тихо-тихо. Вот, видишь, моя тачка, я там пёзнулся об трактор и не смог поехать дальше. У меня колесо пробилось и двигать. И вот они меня подошли и просто... Я могу залезть на вышку справа. Тихо, не надо. Давай так попробуем. Блять. Я обосрался звука за окном. Тихо, не слышал пальцы вверх. А, ну как бы их нет, но они могут в ангаре быть. Да, блять, хули может... тут тереться так долго? Учитывая, сколько ты ехал сюда. Мне кажется, они давно ушли уже. Ты идешь? Да. Кто орет? В ангаре первым нет ничего. Вон, взрыв что-то горит. Ого. Может, они что-то устроили? Там он еще что-то. Что там ангар, проверь. Сейчас. Там тоже что-то горит. Пуст. Как будто что-то взорвали. А, Чех Вест Паунч. А, так вот, и твоя машина загорела, взорвалась, ты идет? Тут Чех Вест Паунч. Медикит. Медкит. Бери. Медкит бери. Там увеличить да. Можно. Если кто-нибудь кость сломает или что-нибудь еще. Так. Машина, ну, слушай, походу, у нас есть ностальджи. Машина. Ты не хочешь забрать с себя что-нибудь? Тут бизон твой валяется. Они все подобрали. Ага, бизон-то валяется. А, правда, без обоим. А. Вы этого не видели, ребят. Давай-ка, ностальджи. Поедем, сейчас проедемся. Может они. Фига у него дизельный звук реально. Подожди, я говорю, у него очень реалистичный звук. Что написано, какой он? У меня у бати такой же звук. Как сейчас из уст школьника звучало. Ха-ха! А почему? Так, почему как? Я и школьник, а, да. Тут не, я тут не проверял. Я раз говорю, проверь ангар. Ой. Ой. Что ой? Клиренс маленький. Ты не слышал этот звук? Нет. У меня тихие звуки. А, тихие звуки, потому что я не записывал. Погромче. Блин, кто пернул? Записывай. Отлично, сейчас боку навалил пальцы разыкнул. Да? Эти кусточек похожи на что-то на людей некоторые. Следи внимательно, с чё ори? Пытаюсь. Что такое, чё он не любит? Любас должен быть этот. Может чате спросить, где есть самолет? Не спрашивайте, почему у меня
дальность прорисовки маленькая, просто лагает что-то. Херня. Слышь, может, в чате спросишь, где еду? Спроси. Блин, я еду. Фух. Ведь можно было диспетчерскую вышку еще проверить. Там пусто. Давай на трамплин. Ну ладно. Никого нет. Да ничего не будет, просто трамплин. Что ты слышишь? Охуеть, страшно. Даже не посад... Ну, желтенькая. Ну, нормально. Так, ну... Ну, ничего, куда? Есть приложение? Ну, так он в другой аэропорт съездит. Другой аэропорт у нас. Так, один в том стороне. Ну вот тут, блин. Ну до него жопа ехать очень далеко. Который больше? Который справа наверху или который внизу в болотах. Болото это где? Ну вот там. Около комаров, точнее. Я вон не был, больше. Ну да, болот. Где не был? Ну больше. Краснодар где? Сверху. Вот я, кстати, тоже там не был. Да. А нет, один раз был. Да. Я уж там не помню, что там было. Так поехали туда. Ты прикинь, сюда ехать, ёбаный брат. А офигеть, слушай. Правильно, лучше тут тусоваться. Давай тогда хоть не на гольфе поедем. А на чем? Ты на гольфе будешь по траве? Не, мне в принципе все равно. Ну, я правильно еду? Ты ориентируй. Да. Потом направо срулишь в конце полосы. Вот сейчас направо поверни. Нет, ладно, не сейчас. Дальше едем. Ну да, гольф, конечно, не валит. Блин, там ничего не было больше, нормально. Не, ну, а этот, Койота, Хай-Хай-Люкс. Да ладно, за ним заезжать. Хотя... Учитывая, что и так ты не едешь. Там бензин не был? Был. Ну-ка, сколько он по траве едет? Ага. Вот столько. Вот так мы и поедем, да. Ладно, сейчас возьмем. Ты представляешь, как мы сейчас со стороны выглядим вообще? Спроси еще раз. А, у меня фиолок и он есть, кстати. Да не дожили. Забыл кнопки как-то. А может лучше на грузовике? Не, он не быстрее. Нет, по-моему. Да. Подожди, а мы в гольфе не посмотрели, есть что-нибудь? Кстати, да. Красавчики. Нет, держу. А, КС. А смысл без патронов? Твоя машина восстановилась? О, давай в чат спросишь, а? Я спросил в чат. А. Не, я имею в виду голосовой. Ты услышишь их, да? Ну, если они ответят, ты услышишь меня? Тихо они стоят. Угу. Ребята, авиатехнику где здесь можно найти? Тебе не дало не летать. Ты лагнул. Я чмо. Нету тут. Да. Угу. Конечно. Я то, что я видел, это был мираж. Направляй, пожалуйста. Галлюцинации. А, направо. Правее. Вот сейчас на дорожку выезжай. А, ты хочешь напрямик? А, ну напрямик тогда да, все правильно. Ты под правильным углом. Смотри, как я валю. Да, ты, кстати, ровно прям на нее смотришь, ну ладно. Что? Что сломал? Да я ничего не бомбанул. Ничего не бомбанул. Ну, если ты ничего не бомбанул, то все хорошо. Прямо так? Да. Прикольно. Угу. 55, 56. Это сейчас был код, если что. Москвы. Ты можешь издеваться? Угу. Ну издевайся. Издеваюсь. Я думаю, надо остановить запись, пока мы куда-нибудь не доедем. Да. Потому что ехать тут довольно забавно. Правее держись. Примерно на 30 градусов вправо. Если на 45. А, фу! Блин, я думал, тут машина будет поворачиваться. Тут, а, во. Так, это ты. Нет, левей. Чуть-чуть. Так, вот, да. И вот прям капельку правей. Прям
чуть-чуть. Вот, да, все, идеально. Все, но мы идем на выбор. На восток. Идем на восток, так что всем пока. Восток. Так, мы, собственно, подъезжаем уже к аэропорту потихоньку. Вот он, вот мы. Сейчас мы зайдем в ганстор. Это тачка такая? Где, не вижу. Где? Сзади. Нет, вот. Так, мы зайдем в ганстор. И посмотрим, что там есть. Когда ганстор будет? Костер? Ганстор, он... Ну вот сейчас будет резкий поворот направо на этой дороге под 90 градусов. И там он будет сразу за этим поворотом. Вот, посмотрим, что там можно купить. Может, что-нибудь купим, потому что у нас 100, по 100 баксов-то есть. Я, может, какие-нибудь патроны себе куплю. Что там с патронами? Которые в итоге не добавятся тебе. Да, не добавятся ни в коробке. Я только что научился пользоваться ганстором, когда ночное видение покупал. Enemy just entered ганстор. А, в этот? Блять, да, в этот. В этот ганстор пришел враг. Быстрее, где ганстор сам? Может, мы выйдем из машины и будем пешком искать? Он здесь уже, блядь, остановись. Что? Посветлело. Я вижу. Мы проехали. Сейчас скажу. Ой, что-то. Выходи, блядь. Это, куда идти? Не знаю. Что? Сзади тебя, справа! Идиот! Как так где я его не увидел, реально? Я его реально не увидел. А, вон я его тень вижу. Кретину с Помпилио, слышь? Я еще из машины выпал, когда у меня... Я видел. Прямо перед тобой, блин. Да я? Блять, я его вынес, если бы увидел. У меня было время. Если бы я его заметил. Вот ты пидорас такой, еще обыскивает меня, посмотрите на этого пидора. Ничего хорошего, что не найдешь, не переживай.